Привет и добро пожаловать на канал. Я Джескиран, а это моя жена Настя. Привет. И сейчас все вместе будем смотреть новый кей-поп клип от группы Blackpink Lovesick Girls. Ну да, влюбленные девушки. А, Lovesick. У меня sick за sickness это... Ну, Lovesick вообще это типа любовной лихорадки. А, вот. Ну вот я же думаю, что-то по идее с таким связано, не очень хорошим относительно. Но тут это в хорошем ключе, судя по всему. Но это не точно. О, господи. Грёбаный насморк. Очень странные сапоги выглядят, как спущенные на ляжке штаны. Ну да, у них голенища типа сверхширокие. Я так понимаю, да, это логично, про влюбленных девушек в песне. Правда, всего и две из них были с парнями. Кто знает. Больше мне нравится розовый волос. У тебя был примерно такой. Сама у тебя медсестра. Конечно, у всех один парень. Как обычно в клипах. Возможно. Не присматривал под парня. А вдруг? Блин, какие они худенькие. Я просто смотрю на вот девчулю, у которой розовые волосы. У нее прям очень худенькие ножки. Ну, Италия у нас Походу они узнали, что у них один и тот же парень из четверых. Поехали вчетвером бухать. Выселяющий трип, так сказать. Ага. Капец, обделили. Хотя она главная вокалистка. Зашибись. Ну чё, приятненькая такая песня. Не могу сказать, что это что-то прям такое сверхъестественное, что я бы переслушивал. Но приятно послушать и интересно клип посмотреть. Но когда вас скинули, отправиться с подружками тусить, это самая хорошая идея. Да. Если что, я говорил про то, что они худые, и не в плохом ключе. Да, просто не, по факту. Да, не все из них выглядят такими, но у Розе прям реально очень худые ноги. Я не помню просто, я ж смотрел до этого клипы Blackpink, и я не помню, чтобы хоть у кого-то из них были настолько худые ножки. Но они, в принципе, очень стройные девочки, особенно если учитывать рост Лисы. Не буянь. Извините. Умираю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи.